Перед началом этого видео хочу порекомендовать канал «Мудрый китаец». Автор много времени уделяет обучению работы на ютубе, делает юмористические видео, пишет и читает рэп, делает мультфильмы, полезные лайфхаки, рассказывает о своей жизни и многое другое. Ссылка в описании. Преподаватель спрашивает у студентки: «Приведите пример неполного предложения». Студентка говорит: «Я люблю своего ребенка». Преподаватель говорит: «А теперь полного». Студентка говорит: «Я люблю своего ребенка отдавать бабушке на выходные». Липтико. И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы не должны никому разглашать величину вашей зарплаты. Да я, собственно, и не собирался позориться. Гаишник полчаса догонял спортивную машину. Когда догнал, спрашивает: «Вот скажите, почему вы так стремительно старались убежать? Если скажете правду, ограничимся штрафом». Тот говорит: «Понимаете, у меня на прошлой неделе гаишник увел жену. Я сейчас подумал, что вы хотите его обратно вернуть». «Марджана, пойдем ко мне, я угощу тебя панкейками». «Нет, не пойду. Ты и по-русски не умеешь нормально разговаривать. Мог бы сказать: Марджана, пошли ко мне оладьи жрать». Приходят родители Вовочки домой, а Вовочка им хвастается новой компьютерной игрой «Автогонки». Родители говорят: «Да, игра, конечно, интересная, но дороги уж очень неестественно ровные». Вовочка говорит: «А, дороги еще не русифицированы». Липтико. «Почему ты разводишься с мужем?» «Он мне изменяет». «О, вот подлец». «Да уж, говори, что я не такая, какая ему нужна. Всем такая, а ему не такая». В Африке, купаясь в озере, белые туристы спрашивают у туземца: «Скажите, пожалуйста, что так обсуждают ваши местные и почему вся деревня вышла на берег?» А тот говорит: «А это не из-за вас. Просто они удивляются, какие сегодня ленивые крокодилы». Липтико. Учительница проверяет у Вовочки домашнее задание. Мама укусила яблоко, папа укусил яблоко, бабушка ужалила яблоко. Вовочка, тебе опять папа помогал. Дед Петруха спрашивает: «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось?» Кукушка говорит: «До хрена, иди работать». Если вы перейдете по ссылке в описании этого видеоролика, вы можете послушать в непрерывном режиме все анекдоты. Но если вы слушаете это в социальных сетях, вам сначала надо будет кликать на значок YouTube на экране, который появляется при наведении курсора.